Сотрудники УВД провели рейды в Центральном и Хостинском районах. Проверке подверглись гостиницы и хостелы. Как выяснилось, многие постояльцы находятся в городе без регистрации. А сами руководители гостиниц в установленные сроки в течение суток не отправляют необходимые сведения о жильцах в подразделение адресно-справочной работы отдела по вопросам миграции. В результате в отношении двух индивидуальных предпринимателей были составлены протоколы за нарушение правил регистрации. Санкции статьи предусматривают штраф. Также во время рейда полицейские провели со всеми руководителями гостиниц и хостелов профилактические беседы.